Земляные столбы Ренуна находятся на участке Доломитовых Альп в регионе Больцано. Это северная часть Италии. Уникальные глиняные пирамиды, на вершине которых вы видите каменные валуны, расположены в природоохраняемой зоне, являются государственным памятником Италии. Эти столбы – не работа рук человека, как может показаться на первый взгляд, а долгий природный процесс, период образования эпоха ледникового периода около 10 тысяч лет тому назад. Количество 150 колонн, высота столбов достигает 100 метров. Столбы из песчаной глины и валунов коммуны Ренон образовались после таяния ледников. Когда ледяной покров начал отступать, обломочный материал, песок и глина под воздействием влаги и осадков начал формировать колонны. Происхождение Ренуна ученые связывают с ледниковым периодом, имевшим место в глубокой древности. Когда-то территория, на которой теперь находятся знаменитые столбы Ренуна, была сплошь покрыта толстым слоем неподвижного льда. Затем, в период глобального потепления, ледник растаял и отошел, оставив в памяти себе обломки пород и отложений валунной глины. С течением времени подобные отложения приобретали форму столбов. Таким образом сформировался природный феномен, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Самыми именитыми туристами в этих краях были психолог Зигмунд Фрейд и писатель Франц Кафка. Вокруг столбов, да и на самом плато Ретен, проложены туристические тропы. Они функционируют здесь с конца 20 века. В регионе Больцано функционирует железная дорога Ferrovia del Renon, построенная в 1907 году. Колоритные вагончики довезут из городка Сопробалзона до Калабла. Между ними расстояние всего 5 километров. Калабла – конечная остановка и одноименная деревушка, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря. Далее, чтобы добраться к столбам Ренон, необходимо идти пешком по проложенному маршруту.
В 2009 году в Реноне была открыта канатная дорога Ритен-Каблекар. Она ведет из Сопра-Балзона в Бальцано. Дорога занимает 12 минут. Виды открываются фантастические. У большинства людей Альпы ассоциируются с видами грандиозных покрытых снегом пиков, возвышающихся над снежными полями и ледниками. Но в Северной Италии совсем иначе. Здесь находятся вершины Доломитовых Альп, чьи поразительно крутые, многочисленными выступами скалы вонзаются прямо в небо, как ряды гигантских зубов. В Реноне также функционирует горнолыжный курорт Корно дель Ренон, или на итальянском Ритнерхорн. Это один из лучших в Альпах маршрутов для скалолазов, обращенных к солнцу большую часть дня, без труднопроходимых ледников. Бальцано находится к западу от Мармалады на высоте 4000 метров над уровнем моря, с грядами из самых великолепных пиков региона, а к северо-востоку лежит обширное холмистое плато Ренон. Оно сложено из твердой кристаллической породы, включающей отдельные крупные кристаллы, что дает резкий контраст с осадочной породой из карбоната кальция и магния самих Доломитовых Альп. Высшая точка – плато Ренон 2261 метр, с которого открывается прекрасный вид на Доломитовые Альпы, а на востоке видна даже группа гор Гросс-Глокнер. Сами столбы представляют собой группы земляных башен, которые похожи на проходящие между деревьями высокие стройные закутанные плащи фигуры. Ренон – обширное холмистое плато, лежащее в Доломитовых Альпах, в Бальцано, на севере Италии. Земляные пирамиды Ренон – природная загадка или геологический феномен. Это природный памятник Италии, провинции Южный Тироль, коммуна Ренон. Они являются одним из самых известных природных памятников Эрингенталь, а также одним из самых важных геологических достопримечательностей Альп и находятся под охраной Конфедерации. В заключительной фазе последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет тому назад, ледник Эренгер переместился на юг. Когда лед отступил, два ледника оставили огромное количество мусора. Образовалась чрезвычайно твердая и цементированная смесь,
которая называется бетонной мареной. Гигантские защитные шапки на глиняных башнях состоят из массивных валунов, вес которых достигает более 20 тонн. Это либо гранитный сланец, либо серпентинит. Земляные столбы Ренона проходят через длительные естественные геологические процессы. Это хрупкое свидетельство последнего ледникового периода вдоль берега озера Гордаль.